О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте это спор славян между собою, домашний. Старый спор, взвешенный судьбою, вопрос которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз склонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто победит в неравном споре? Кичливый лях или верный рос? Славянские ручьи сольются ли в русском море? Оно ли сякнет? Вот вопрос. Оставьте нас. Вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно, вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага. Бессмысленно прельщает вас вражды отчаянной отвага. И ненавидите вы нас. За что? Ответствуйте. За то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? За то ли, что в бездну повалили мы, тяготеющий над царствами кумир, и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир? Вы грозны на словах. Попробуйте на деле. Иль старый богатырь покойный на постели не в силах завинтить свой измаильский штык? Или русского царя уже бессильно слово? Или нам с Европой спорить ново? Или русский от побед отвык? Или мало нас, или от Пермии до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля? Так высылайте ж нам витии своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. Значит, у меня что-то уже понесли. Спасибо. Это приятно. Спасибо. Сегодня, и не только у меня юбилей, но и у старшего сына Ивана Бурляева, который учился музыке в школе при консерватории. В консерватории учился как пианист с Мацуевым, одноклассники. Был потрясающий пианист, но он захотел стать композитором. В 8 лет он оформил первый спектакль в профессиональном театре киноактера. Написал где-то 11 песен. Через 2 года еще один спектакль. И шел именно к этому. Но учитывая то, что он хороший пианист, я его раз там в 10 лет, я просто заставляю на моих юбилеях поиграть. Вспомни, что он пианист. Иногда это полезно. Я приглашаю на сцену
Ивана Бурляева, которому сегодня 45 лет. Сейчас, Ваня, пока ты идешь, я бы хотел, чтобы Анатолий Иванович два слова сказал. Дорогие друзья, я хочу сказать, что Николай Петрович для меня не только популярный народный артист России. Это великий актер, режиссер, президент Международного славянского форума. Это выдающийся витязь русского духа. Это витязь русской культуры. И достоин быть и депутатом, и советником патриарха, и премьер-министра, и советником президента России. Желаю. Браво! Спасибо, много долгов.